Ребята, читаем внимательно. Да, да, тут не поспоришь. Машина 2000 года. Пробег 236 тысяч. Производим полную аппаратную замену. Также поменяем, ну, снимем поддон, поменяем прокладку, поменяем фильтр. Смотрим на состояние масла. Ну, для пробега 236. Ну, тут по ходу пьесы клиент регулярно меняет масло. Вот. Добавили промывочную присадку. Идет процесс промывки. Да, это ответ тем ребятам, которые спрашивают, о чем мы всегда выкладываем. То BMW, то Mercedes. Там производим полную замену, тут производим полную замену. Вот и вам такая машина. На таких машинах тоже производим полную замену. Не только BMW и Mercedes.